Всем привет! Мы сегодня оказались в оранжерее. Это знаковое место для меня и моей подруги, поскольку каждый раз после выхода из этой оранжереи мы рожали. Я родила через несколько часов, а она родила через сутки. Я очень давно тут не была. Это метро Чернышевская, Потемкинская улица, Фурштадская улица рядом. В оранжерее всегда очень тепло. Теперь тут есть раздевалка. Да, тут очень часто свадьба, кстати. Очень часто. И там есть еще фонтанчик, в который можно бросить монетку. Работает на все время. И вход сюда стоит 150 рублей. Денежное дерево, совершенно верно. Мне кажется, это родственница Маранты. Для тех девочек, кому это интересно. Это в водичке, это в земле. Ну вот раньше тут таких композиций не было. Что-то новенькое. Что-то изменилось. Мы тут были с Тёмой, когда он был маленький. Логопед приводила их. Это мой старший сын Тёма, ему 27, сейчас 28 будет в этом году. Приводила их логопед, все тут они рассматривали. Какую-то букву там тянули. То есть я знаю эту оранжерею около 30 лет, получается. Мои дети тут были разочек, очень маленькие, конечно же, не помнят, надо повторить. Я помню, раньше там плавали лотосы, помнишь? Ну, зайти посмотреть. В будний день прекрасно. Мамочки, это 11 тысяч стоит. Я думала 1100. Вот можно такой же сделать. Продавайте. Смотри, как называется. Флорариум. Базовый со стеной, запомни. Главное правильное название. Посадите.
А, ну так а где в этот аквариум? Тут аквариум будет дороже стоить. У меня аквариум вот такой дома есть. А такой будет еще дороже стоить. Все посадите, и мы продадим. А смотри, тут какие есть штучки. Какой цвет, раритет. Нашли где-то. Ой, да ладно. Повесть о настоящем человеке, я уверена. Да, Борис Полевой. Точно. Но это, по-моему, не повесть. А что он еще написал? Не знаю. Ой, она из библиотеки. На диком берегу. Даже я не знала, что написал. На диком береге. Береге вообще. Нет, это не я. Блины. Открой. Нет, вон, блины. Рецептики. Да какая прелесть. Постные блины. Очень хорошо. Потом пришлёшь. Смотри, как подробненько. При непрерывном помешивании всыпать в кастрюлю с молоком 2 стакана муки. Мы неделю есть будем. Ты сфотографировала? Нет, я видео. Заварные, гречневые. Лучше всего печь блины в русской печи. Конечно, мы сейчас этим вопросом и занимаемся. О, вот икра главная. И... составляющих блинов. Да. Рисовый с сыром. Забирайся наверх. Еще можно в этой арочке фоткаться. А тут можно купить цветочки. А там можно покушать. Да, спасибо. Я заказала, сказали, есть том-ям остренький. Потому что я не доеду. Розовый тебя интересует латте? Или голубой? Соню интересует латте? Я не вижу. 260. Как мило на путешествие в Японию. Мам, что ты сказала? Да, да. Что я тебе мама сказала, хочешь? Что? Так оригинально. Может, это из-за того, что он слишком острый, они подали еще и руку. Обратно мы выехали в 16 часов и собрали все пробки из центра на окраину. Совсем уже забыла, что это такое. Вновь насладилась атмосферой. Я сегодня встала в 5 утра, а я думаю, что это я вырубаюсь. Сейчас 23 часа.